В ботаническом саду Владивостока создали более 2,5 километров новых троп. Глава региона прогулялся по новому маршруту и рекомендует это сделать каждому. По его словам, познакомиться с многообразием нашей природы будет интересно и взрослым, и детям. Подрядная организация достаточно хорошая, качественно выполняет работу. Думаю, это будет местным продвижением жителей Владивостока, приморцев, наших гостей, которые приезжают сюда, здесь. Уникальный лес, это еще и научно-познавательный туризм, он интересен для школьников, для взрослых. Оборудуем это еще и туалетами, всем, чтобы было удобно по домам, и о парковке. Олег Кожемяка отметил, что в следующем году протяженность троп увеличится до 10 тысяч километров. Он уверен, это станет новым местом притяжения для жителей и гостей города. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.